Тарасе завершился открытый турнир по футболу «Тарас Кап 2022» между работниками средств массовой информации. В течение 2 дней в преддверии Дня города в областной центр со всей республики съехались телевизионщики, чтобы продемонстрировать свое мастерство в игры в этот популярный вид спорта. В рамках мероприятия состоялась и церемония награждения победителей. Данный турнир проходит у нас впервые, аккурат к дню нашего древнего города Тараза. Отныне его хотят сделать ежегодным и традиционным. Одна из целей спортивного мероприятия – не только стремление к победе. Главное – это общение и взаимосвязь между представителями СМИ республики. Считаю, что такое единение всей телевизионной братьи очень нужно в нашем деле событием. Для нашей профессии, постоянно сопряженные со стрессом, футбол в самый раз. Если получится, то постараемся организовать подобные соревнования и в других областях. В нашем городе хорошие результаты всегда показывает команда «Тарас Пресс». Выражаем благодарность всем остальным прибывшим командам. В спортивном состязании, приуроченном ко дню города, всего приняло участие 11 команд. Прибывшие со всех уголков нашей республики команды продемонстрировали хорошую подготовку. В течение 2 дней все они на деле доказали, что умеют не только работать с микрофоном и камерами, но и сильны в спорте. Прибыли со всех областей, кроме Северной. Даже из Новой Житосовской области прибыли. Играли хорошо, профессионально. Победителем вышла команда «Казмедиа Вольтман». На втором месте команда информационников из Атырау. На третьем – команда из Алматы. Кулеш Умурзакова, Ислам Кудербек, 77 News.